Всем привет, дорогие друзья, с вами, как всегда, Овер. Сегодня у нас третий выпуск челлендж CSGO. Вы оставили огромное количество комментариев к предыдущему ролику. Я выбрал наиболее классные идеи, и сегодня мне нужно будет убить 15 человек в режиме боя насмерть за 10 минут. Что из этого получится, смогу ли я выполнить челлендж, узнаете, посмотрев видео. Всем приятного просмотра. 15 человек с ножа за 20 минут. О, за 10 минут, ребят. Ну что ж, будем пробовать, чё? Так. Я играю за КТ, а то уж хотел своего зарезать. Главное не перепутать. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ну-ка, смотрите, выпрыгиваем так на неожиданности. Так-так-так, косой-косой-косой-косой. Найс, ребята, первый пошел. Отлично, еще 14. Ну, если, конечно, я быстро убью 15, я попробую перевыполнить челлендж. Но пока, ребята, всего лишь один фраг. Так, так. Ай-яй-яй-яй-яй. Слышал меня. Так, закупаться мне нет смысла. Я все равно буду действовать как крыса, попытаюсь в спину забегать. Так, так, ай-яй-яй-яй-яй. Только впритык надо подходить или где-то сидеть, но сидеть я не хочу, хочу бегать. Так, ребят. Так, 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 так. Ай-яй-яй. Иди сюда. Найс, второй. Так, уже два, ребятки, я мог там и третьего, в принципе, зарезать, но не получилось, меня убили. Так, ну здесь мордас вот этот, мордас или мордас убивает меня постоянно. Так, ну на лонг, в принципе, опасно очень выходить, потому что там вот АВПшники вот такие сидят. Да-да-да, лонг не буду ходить, лонг слишком тяжело, надо искать какие-нибудь углы, типа вот так вот, вот так вот забегаем. Привет! Отлично, третий. Ай-яй-яй! И сразу меня убивают. Очень веселый челлендж, ребятки. Очень мне нравится с ножа вот так прыгать. Смотрите, вот здесь есть. Ай-яй-яй-яй-яй! Среагировал, он успел. Я, в принципе, мог его резать. Убил я уже троих, это, в принципе, очень хорошо. Но еще надо сколько там, 12 человек убить. За 8 минут. Так. Так. Обходим. Обходим. Так. Так, вот здесь есть кто-то. Ай-яй-яй, ну-ка, успею, успею. Ну, господи, мой тиммейт просто лох. Спалил меня, короче. Так. Найс. Четвертый. Четвертый пошел. Мы тут вот так вот интересно с ним на ножах подрались, но я был сильнее. Ну-ка. Ай-яй-яй. Слабенький парень начал сразу меня Савик стрелять. Видел, что я с ножом. Мог бы тоже на нож переключиться, мы бы с ним повоевали. А я думал, там свои в яме. Ой-ой-ой. Так. Где тут? Ну-ка, ну-ка, вот этого мне, вот этого. Ай-яй-яй, я же... Я попал. Ну что ж, ребят, попробуем. Раз. Ай-яй-яй, опять я первый разочек попадаю, и потом остается 55 хп, потому что не в спину бью. Если в спину, тогда с первого удара как бы падает. Собственно, противник, надо попробовать в спину вот так обходить. Вот так, вот так, вот так. Идем, 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 идем. Он не понимает до конца. Ай, господи! Ну почему? Ну зачем? Блин, очень обидно, ребят. Я выслеживал жертву, и меня просто его тиммейт убил. Так. Ну, со всех сторон меня что-то окружили. Сколько я убил? Убил 4, еще 11 человек за 6,5 минут. Такое себе, конечно, время, но я все равно убиваю. Как могу! Отлично, пятый, еще 10 человек, супер, ребят. Порезал, класс, мне уже нравится, мне очень нравится. Артемчик Ку пишет мне какой-то Артем. Привет, но я, к сожалению, снимаю, не могу тебе ответить, потому что я выполняю сейчас жесткий челлендж. Че, пятерых я убил, и вот этого АФКшника засчитаем, засчитаем. Шестой, отлично, шестой пошел. Так, кто тут? Там сзади меня бьют. Хочу попробовать вот так подкрыть. Ай-яй-яй, не успел. Опять этот мордас, он меня просто уже достал. Постоянно появляется рядом со мной. Это, наверное, тоже он, да? Нет. Вдвоем меня они зажимали, но мне нельзя доставать пистолетики и, собственно, убивать их. Только с ножом можно бегать. Ой-ой-ой, как меня спасли сейчас. Вообще классно. 5 минут остается, и за 5 минут мне надо сделать 10 фрагов, но мне кажется, это очень тяжело. Действительно, но вы писали вообще по 20. 20 это просто, наверное, нереально. В режиме бой насмерть. Ну-ка, мой! Ай, не успел! Ай-яй-яй, не успел. Вот тут обычно сидят за ящиком, можно попробовать выйти зарезать, но никого нет. Так.
Оп. Думал, сейчас пробегут вперед, и я их спину зарежу, но нет. Слишком это уже банально было. Тяжеловато. Так. Давай, давай, я сейчас за столбиком вот так побегаю. Ай, в спину еще стреляли. Тяжело, очень тяжело. Ну-ка. Привет. Еще второй. Ну-ка, а если третий? Ну-ка. А, я его порезал, ребята. В принципе, я мог сейчас сделать минус 3. Господи, вот это я жесткий. Я мог сделать минус 3. 8 человек я убил, остается 4 минуты. Я мог сделать сейчас минус 3, ребята. Это очень жестко. Так. Ну, тут стек меня зарашили, конечно, мне тяжело. И сейчас второй раз он меня убьет, да. Ничего я сделать не могу ему с ножом. Но, ребята, мне уже очень нравится этот челлендж. Очень нравится. Если вам тоже, обязательно ставьте лайк. Смотрите, замансил я за тиммейтом. Достал он ножик, и мы сейчас будем резаться с ним, и я его зарежу. Ой, как классно. 9 человек, ребятки, я убил. Остается еще сколько там? 6, да? 15 мне надо убить. Остается 6. Ну-ка, попробуем вот там вот в КТ кого-нибудь. А, там уже наш тиммейт разобрался со всеми. Ну-ка. Вот здесь будет кто-нибудь? Нет, тут все наши, к сожалению. Так, идем в КТ. Нет, там на ланге далеко. На Б. Давайте попробуем на Б кого-нибудь встретить. В спину сейчас выпрыгнем. Нет, никого тут нет. Оп, там вот был. К сожалению, никого нет на Б, я сколько там, 6 фрагов, да, остается. И 3 минуты с половиной, даже уже меньше, чем половина. Так, вот меня там засекли. Так, так, стека меня рашит, ну да. Против тека это вообще очень тяжело. Как и... Ах, порезал его, порезал. И далеко меня отбросило, я думал, сейчас на Б я попробую его еще раз, как бы, порезать. Да, добивают там моего, и меня тоже, кстати, убивают. Печально. Печально, я, наверное, не успею. Опять я один раз вот режу, и все. Ну-ка, вот этого надо. Изи фраг. А! Нет! Ай, моего зарезал! Да, сейчас бы в тему было его убить, и, кстати, 6 фрагов там не остается. Это очень много за 2, там, с половиной минутки. Так. Ах, зарез, убили, точнее, моего. Ну-ка, ну-ка. Ну-ка, 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 он что-то косой, и у него АВП. Да почему тиммейты его появляются там, когда не надо? Почему эти тиммейты? Почему, когда я иду убивать бомжа, его тиммейт какой-нибудь добивает меня? А, нет, наверное, челлендж я уже не выполню. Остается у меня 2 минутки, и видите, вот так меня со всех сторон просто убивают, как крысы, как уроды. Мне это вообще не нравится. Да, к сожалению, наверное, я и вот этого не убью, он, потому что с калашом. Зевса меня убьет, но он, видите, был в режиме, как бы, иммунитета такой, в иммунке был, я его не мог убить. 2 минуты, ребята, мне остается 6 фрагов, да, очень тяжелый челлендж, но очень веселый, ребята. Мне даже немножко прибомбило, кстати. Так, найс, вот так, 5 человек остается, и 1,5 минуты, ну, там, чуть больше, чем 1,5. Так. А, я думал, на перезарядке сейчас его попробую взять, но там я забыл, быстро перезаряжается. В принципе, один патрон перезарядил, и можно стрелять уже. Такой вот дробаш. Я, смотрите, еще 208 очков-то набил с ножа, много очков дают, в принципе, хорошо. Ну-ка. Найс! 4 мне остается, и 1,5 минутки. В принципе, попробовать можно добить. Попробовать добить можно. 11 человек я убил, но уже 11 человек, ребята, это для меня, ну, просто колоссально классно, очень много. И вот сейчас спиночку я, если забегу, а я пытаюсь забежать. Ай-яй-яй, опять этот мордас, господи. Сейчас, вот если бы я его убил, я мог там еще минус 2 сделать, как бы, в принципе, мне чуть-чуть бы оставалось для выполнения челленджа, но, к сожалению, я не убиваю. И, к сожалению, скорее всего, челлендж я провалю. Ну-ка. Так. Найс, ребят, остается 3 человека. Остается 3 человека. И вот этот вот будет. Как он вылетел, вот он дурак. Так, надо там заблокировать идиотов, которые звонят. Ребят, когда я записываю видео, не надо мне, пожалуйста, звонить. Вообще не надо мне звонить в стиме никогда. Так, ну, остается 30 секунд. Мне надо убить 3 человек. И, скорее всего, я не сделаю это. Но я был близок, ребят, к выполнению челленджа. Жесть, сколько тут народу. Я был очень близок к выполнению этого задания. Вот, поэтому
За старание поставьте лайк. К сожалению, я, скорее всего, челлендж уже не выполню. Остается 10 секунд. Я попробую, конечно, если тут будет кто-нибудь убить, но никого нет. Ладно, ребят, 3, 2, 1. Я убил 12 человек. Мне осталось убить 3. Собственно, если вам понравился ролик, обязательно ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, также вступайте в мою группу ВКонтакте. Это был челлендж CSGO. Я, к сожалению, его не выполнил, но я старался. Всем удачи еще раз, ребят. Пока-пока.